Более полусотни молодых людей, несмотря на дождь, собрались у фонтана на улице Осипенко, чтобы поучаствовать во флешмобе. Его инициатором выступил молодежный парламент при городской думе. Коллег поддержали молодые парламентарии внутри городских районов. Прежде чем выстроиться в форме российского флага, надевают цветные жилетки. Ребята пришли сюда, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Несмотря на дождь, несмотря на плохую погоду, все ребята сюда пришли добровольно. Вот. Эти люди имеют активную жизненную позицию, им не все равно. Флешмоб стал завершением целой серии акций под общим названием «Я выбираю», которые проходили в городе в течение 2 недель. Молодым жителям предлагалось определить, что для них важнее – образование, хорошее жилье, качественные дороги или благоустроенные дворы. Люди предлагали свои варианты – доступная медицина, обустройство парковок. В результате почти треть опрошенных проголосовали за образование. Итоги акции обсуждались на молодежном форуме. Важные для людей вопросы лягут в основу работы молодежного парламента при Думе и внутригородских районах. Также результаты опроса будут переданы городским депутатам. Люди действительно интересовались этим и участвовали, не отнекивались. И я думаю, что будет очень важно политикам услышать мнение граждан настоящее, что для них приоритетно, что важно. Потому что они со своей высоты деятельности могут не видеть то, что нужно обычным людям. После того, как активисты выстроились в триколор, в небо полетели воздушные шары. Алина Чемерс, Артем Сулайманов, «События».